и хотим поэкспериментировать. Вот они у нас красавцы. Вот так они прорастают. Крупные семена это дальневосточные, а помельче это алтайские. Год будет расти саженцы, ну будут маленькие саженцы расти, а потом они будут расселяться по всей России и сажаться на территории всей России. Спасибо, Паша, что дал такую возможность повзаимодействовать напрямую с природой, с нашей матушкой. Сделали воду здесь. Рано или поздно сделаем постоянное электричество. Скважину? Да, сделали скважину. Класс. Вот. Там пониже у нас есть водоемчик такой, кубов, наверное, 150 вынули. Дождевая вода и талая вода собирается. Вот, то есть для полива у нас вода есть, для питья вода есть. Вот, построили несколько домиков, вот успели. Это будущая баня. То есть все компоненты бани есть, осталось собрать. Да. Мы делали разметку, вот предыдущая версия, мы ее делали, исходя из того, что у нас расстояние примерно равное. То есть, слушай, вот здесь кусты, вот здесь кусты, вот здесь, вот здесь кусты. Потом сделали соседние листочки. Посмотрели, какие там получаются расстояния. Визуально оценили, что это вроде нормально. Если нам не понравилось, мы взяли немножко эту группу, подвинули. Так. Малый. Все нормально. Вот так нормально? Нет, что-то дофига у нас кривизна где-то набежала. Откуда? Подожди, сейчас я понял, кажется. А эту? Точно. Так мандала, да? Всем мандалам мандала. Порвите его на этом расстоянии! На расстоянии колышка! Не, не рвите, не рвите пока, ставьте, мы вот это не промерили. Ну чего, сколько там до деревьев? Стой! Стой, назад чуть-чуть. Самое базовое – это питомник выращивания деревьев, лесов. А идея в том, чтобы сделать из этого массовое движение, чтобы люди поняли, что без лесов нам будет грустно, а леса мы истребляем с фантастической скоростью. Вот. Вторая идея – это, вот, собственно, волонтерский лагерь, который позволяет людям общаться, развиваться, находить новые контакты, реализовывать свои проекты, ну, просто отдыхать. Предназначение этих домиков очень простое, чтобы к нам могли приехать гости и остаться здесь на какое-то время. К этому примыкает третий проект. Мы занимаемся децентрализованной экономикой. Это один из аспектов. Это криптокупон. Называется он Тритон. Три – это английское дерево. А Тон – это Telegram Open Network. Это проект, который начинал Павел Дуров, который в прошлом году, чуть больше года назад, вышел «Свободное плавание». То есть это открытый проект, в котором может участвовать каждый. Тритон, он как раз на домике, там, это будущая баня. Объединены два символа в этом логотипе. В середине дерева, а вокруг это кристалл. Это символ главного проекта Тритона. Тон, но свободный. Приехала сегодня куча людей. Я половину этих людей видел первый раз в жизни. Ребята приехали, что-то поделали, помогли. Невероятное что-то происходит. И я очень хочу, чтобы мы собирались тут почаще. Растили кедры, придумали что-то еще. Финансы, собственно, взялись из воздуха. Ну, то есть не было никаких явных предпосылок еще год назад, что у нас будут деньги на этот проект. Вот. И за год они появились, в общем-то, в достаточном количестве. Я не знаю, как это происходит. Это какие-то материи, которые находятся за гранью человеческого понимания, когда ты о чем-то думаешь, о чем-то мечтаешь, от задумки до
ну вот реализации в том виде, как сейчас, прошло меньше 2 лет. Я считаю, что это очень быстро. Все вдруг стало прекрасно. Так все в жизни и происходит. И я понимаю, почему происходит. Потому что мы верим, что у нас получится. И делаем. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала волонтерская трясина, и жизнь моя вечные поля.